Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я решил сделать такое маленькое видео по моей партнерской программе. Да, партнерская программа есть, как бы у вас есть два пути. То есть это напрямую от Ютуба, либо от медиа-сети. Я выбрал второй путь. И многие делают это так как напрямую от Ютуба куча всяких заморочек с AdSense, там, Google, выведите эти деньги или нет. Также у этой есть партнерки плюсы от Ютуба. Во-первых, проще. Во-вторых, если у вас нажалуется какой-то недоброжелательный пользователь, то напрямую от Ютуба вас просто забанят. Агентство Internet Rights нет, вас не забанят. А почему? Потому что тут более серьезные работают люди, и просто их меньше. Ну, короче, не будем об этом. Просто вот так вот не забанят. Также есть еще один плюс. Это если у вас воровали, допустим, видео, да? И на этом хотя бы заработать. То есть просто скачали и загрузили на YouTube. Эта партнерская программа позволяет нажаловаться на того пользователя, кто это сделал. Далее. Если условия этой партнерской программы. У вас должно быть больше 300 тысяч, ой, короче, более чем 3000 просмотров и больше чем 100 подписчиков. Что мы делаем, чтобы подключиться, да, к партнерской программе? Просто заполняйте эти данные, но первым же убедитесь, что у вас есть цифры, которые я назвал немного ранее, это больше чем 3000 просмотров и 100 подписчиков. Далее вводите тут имя, e-mail, ваш YouTube-канал, фамилию, Skype, количество подписчиков, дата рождения, мобильный и количество просмотров. Дальше идет категория вашего контента. Вы выбираете свой контент. А контент — это то, что вы, о чем вы снимаете. Там, о играх, об машинах, там, о музыке, видеообзоры и так далее. Я выбрал лично компьютерные игры, видеообзоры и что тут есть? Наука и технологии. Дальше, если у вас страйки или жалобы на ваши видео, проверить можно в настройках аккаунта. Почему это происходит, страйки или жалобы на ваши видео? Ну, это зависит от спама, от накрутки, черные вообще накрутки. Но больше, конечно, если на вас нажаловались. Проверить это можно вот так вот. Заходите в мой канал, выбираете менеджер видео, канал, статусы, функции. Да. И выбираете, и вот смотрите. Если у вас тут будет красным гореть, значит, вас, скорее всего, не возьмут к этой партнерке. Совет просто забросить на этот канал, и все. Ну, по идее, вас должны принять к этой партнерке, если у вас вот есть эти цифры. Через 2-4 дня вам пришлют на почту сообщение. Мне лично пришло через один день. Что еще хотел сказать? Тут есть личный кабинет. Через некоторое время, когда вы подключили к сети, у меня где-то пришло через 5 часов такое сообщение. Мы создали для вас там личный кабинет, да? Также там есть куча дизайнов для вашего канала и всякой прочей штуки, важной, конечно. Там, картинки на ваш канал, оформление, все такое прочее. Также есть техподдержка. Техподдержка работает, я не помню сколько. Сколько? Ну, по-моему, там от 8 до 23.00. Если я ошибаюсь, то я признаю это. Вы там можете написать.
что вам непонятно-то, да? И оно ответит через некоторое время. Платит эта партнерская программа где-то за 1000 просмотров от $1, в зависимости от контента, там, качества вашего видео, до $25. Да? Ну, вообще, я пользуюсь этой партнеркой немного, всего лишь пару дней, но уже я ее доволен. В первую очередь она платит некоторые деньги и просто развивает ваш канал, да? Так что многие люди выбирают медиасеть, благодаря что они удобны. Есть много медиасетей. Самые популярные вот Аир или ВСП Групп. Ну, я пошел на Аир. Не знаю, что-то мне она как-то больше понравилась. Ну что ж, это все, что я хотел рассказать о моей партнерской программе. Ссылка на подключение я оставлю. Возможно, может быть, и не оставлю. Так, все, спасибо. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.